Йоу, всем привет, друзья, с вами Светлавка, и сегодня у нас будет, наверное, пожалуй, один из самых наших необычных роликов. Сегодня мы будем писать музыку при помощи сладостей. Вы все правильно поняли, мы напишем инструментал из сладостей, и потом запишем трек, и, возможно, даже снимем клип. Поэтому оставайтесь, сейчас мы будем выбирать сладости, какие нам подойдут для написания нашей музыкальной композиции. Let's go! Итак, друзья, основной критерий выбора будет, конечно же, звук, поэтому нам нужно взять объекты с разными текстурами, ну, условно, мягкие упаковки, какие-то стеклянные бутылки. Прямо сейчас будем проверять на звук и выбирать, что же нам подойдет. Ну, например, возможно, нам подойдет вот такая стеклянная бутылка какая-нибудь. А может быть, нам подойдет вот такая вот лапша, которая шуршит. Я предлагаю первым взять какой-нибудь напиток, который будет очень прикольно открываться с прикольным звуком. Друзья, просто послушайте этот звук. Это буквально нота. Обязательно бутылку возьмем, еще она прикольно открывается. Тоже дает какой-то крутой уникальный звук. Его мы обязательно возьмем и запишем. Далее нам, очевидно, нужно чипсы. Это 100%. Они очень круто хрустят. Дают, короче, классный звук. Это 100% без чипсов никуда. Потому что такие вот острые возьмем Pringles. Что думаешь? Очевидно, что звук у нее точно должен быть крутой, как минимум, друзья. И как минимум, друзья, вот этот звук тоже имеет место быть. В камеру. Может быть, возьмем какие-то конфеты в какой-то шуршащей упаковке. Вот это кайф. Слушай, мне кажется, будет прикольно взять вот что-то вот наподобие вот такого, потому что, по-моему, это вообще классный звук, да, вот такой вот. Такой какой-то, как шейкер. Да. Как я мог забыть, мы возьмем газировку, чтобы она издала вот такой звук. Ну, и, о, кстати. Она должна звучать прикольно. Еще обязательно нам нужен вот такой звук. Это просто буквально колокол. Блин, кстати, очень круто, да, звонко звучит. Короче, его тоже берем обязательно. Мы взяли еще некоторые сладости, которые мы вам покажем в студии. Там мы запишем их звуки. А прямо сейчас мы направимся в студию, чтобы все эти сладости записать. Чтобы написать самый классный трек про сладости из сладостей. Погнали! Йоу, друзья, мы уже оказались в студии. Вот такой вот пакет у нас есть. Сейчас мы вам покажем то, что мы взяли в нашем магазине. Листы нори вот такие. Конечно же, мармелад, без него никуда. Палочки с взрывной карамелью, которые должны очень круто звучать. Без комментариев. Без комментариев. Взяли еще вот такую рисовую муку, из которой делают моти. Она нам, кстати, очень понадобится. Она издает очень классный звук. Рамуне также взяли. Сейчас мы их будем использовать для того, чтобы записать звуки и создать из них буквально музыкальные инструменты. Погнали. Итак, друзья, находимся за рабочим местом настоящего музыканта. Сначала, конечно же, нам нужно записать все звуки, чтобы сделать из них инструментал. Погнали. Бит у нас состоит из определенных звуков, таких как хай-хэт, клэп, бас и так далее. И мы сейчас будем поочередно записывать разные звуки. Например, вот такой. Кстати, хорошо звучит прям. Мы нашли вот такую штуку, друзья. Это самое, наверное, рандомное, что мы могли найти в Светлавке. Но это максимально полезная штука. Просто зацените. По-моему, это супер. Далее у нас идет газировка. Ой, она очень вкусная. Это клубника, попробуй, пожалуйста. Это что-то... Друзья, вот такая фанта-клубника. Ищите ее в Светлавке, очень вкусная. А клэп мы запишем посредством хлопания мармелада. Вот да, вот такая у нас получилась идея. Ай, как больно. Далее, звук пачки Pringles. А, они острые. Как барабан, один в один, клянусь. Друзья, если любите острое, то, конечно же, вам это понравится. Но я вообще тоже люблю острое, поэтому... Кому я вру, друзья, это супер крутые чипсы из барбекю и вообще статуи топовые. Поэтому залетайте, ну, типа, вы знаете, где искать. Звуки записаны, отправляемся обратно. Друзья, у нас есть наши звуки, и просто послушайте, как они звучат. Например... Ну, это идеально. Я думаю, как будто из него мелодия идеально получится. Это хороший прям такой. Мы пока искали звуки, нашли еще и кик мы сделали случайно. Того, сами того не зная. И того, у нас уже почти все звуки готовы. Нам осталось только написать мелодию и как бы и все. Вот это прям вообще как клэп. Да-да. Ладно, друзья, сейчас мы отберем все звуки и приступим уже к написанию. Пожалуй, это самый интересный процесс. Я не могу просто оторваться от вот этой фанты. Это спонсор сегодняшнего музыкального трека, это фанта. Итак, а мы уже написали мелодию, звучит она следующим образом.
Один звук мы использовали, это когда газировки друг об друга бьются. Далее нам нужно с вами взять какой-то клэп. Let's go! Я уже чувствую кайф. Осталось всего два инструмента. Нам осталось для готового бита добавить бас. Мы сейчас выбираем и тут... Мы, короче, дописали мелодию, и она звучит просто бомбово. Просто послушайте. Йоу, короче, друзья, мы написали бит, и звучит он следующим образом. Мне кажется, это просто пушка. Вот, короче, сейчас я включу, вы послушайте и напишите в комментариях, жестко это или нет. Прямо сейчас мы идем записываться, покажем вам процесс записи, а потом уже полный трек и, возможно, даже клип. Погнали. Залетел в Светлавку, моя жизнь как леденец. Давай по строчкам, давай по строчкам. Столько много сладостей, теперь доволен наконец. Я начинающий рэпер, so from England, from America. Светлавка is the best shop of sweeties in Russia. No concurrent, no cap. No concurrence, only sweet love can score! Циклопия из Америки, приехали тебя! Базали, газировки или мод... Мороженое! 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 В общем, друзья, мы написали трек, и что нам осталось, получается, снять клип, поехали! Залетел в Светлавку, моя жизнь как леденец. Столько много сладостей, теперь доволен наконец. Я заполнил холодильник Аризоны, я доволен. Если ты не пробовал это, прости, но ты уволен. Открываю соду, открываю Рамоне. Опускаю этот шарик, он почти уже на дне. Я люблю, когда из пачки чипсы прыгают на вот. Слишком вкусно мою голову взрывает, как шот. Эти хлопья из Америки приехали для вас. Заливаю молоком их, и я чувствую экстаз. Я не знаю, что мне выбрать, газировку или моти. Поделился с братанами, и теперь у них почете. Вкус этого мира, бро. Залетел в Светлавку, моя жизнь как леденец. Столько много сладостей, теперь доволен наконец. Я заполнил холодильник Аризоны, я доволен. Если ты не пробовал это, прости, но ты уволен. Собственно, друзья, вот что у нас получилось. Оценивайте трек в комментариях. Танцуйте под диско... Что? Танцуйте под него на дискотеках. И в магазине сладости, естественно. Короче, друзья, очень хотим, чтобы вы написали оценку этому треку внизу. Мы очень старались. Я думаю, получилось очень круто. Интересно, что думаете вы. Новый альбом в следующей осенью. Будет сделан полностью из бутылок и шоколадок чипсов. Ура. А мы вам говорим большое спасибо за просмотр этого ролика. С вами были Светлавка. Я теперь в глаза в сладкой конфете. Мы вас очень любим. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока.